учиться? Чтобы учиться. Чтобы учиться. Рачуюсь. Ну, учиться. Можно там учить буквы, цифры. Рюкзак, ручка, тетрадь, букварик, ручки разные. Осенью я буду последний день осенью арбуз носить. Уроки. Задание. Сумку. Фарбы. Рюкзак, линейку. Как оно там? Блокнот. Кисточку, краски. Яблоко. И банан. Ручки. Книжки. Рюкзачок. Когда дети играют. Дети отдыхают после урока. Перерва. Все отпочивают. Родители отпочивают. Ну, это когда дети не занимаются в школе. И они тогда едят. Когда заканчивается школа. Когда я иду домой. Учителя на перемене отдыхают. Учителя отдыхают на переменах. У деток теж отпочивают. Навчают. Дивляться за детками. Какие-то новые задания придумывают? Ну, она учит там буквы, там они написывают и цифры тоже. Чтобы учиться, чтобы дети отвечали на ответы. За того, что надо учить уроках, Нора. Чтобы они были разумны. Чтобы дома готовиться, разумные будут, как я. Чтобы они больше учились. Они там цифры учат, только и ходить в школу снова. Директор, он главный в садике. Он его придумал, как это будет, как строить. Он смотрит, какие новые дети прибавляют. У меня есть только читалька Олена Егорьевна и Оксана Миколаевна. А как его зовут? Сначала делают уроки, занимают свои места. Третий и пятый и одиннадцатый. Он отправляет их на море. Те, кто следует за школой. Его все слушают. Ну, это самое главное. На компьютере что-то работает. Да, знаю. Я директор. Учит буквы. О, звезда. Показать, знаешь, за учебный год. Это задание? Ну, не знаю. Детки показывают экзамены. Экзамен? Это когда детки что-то сделали уже и выдают учителям, чи это правильно, чи ні. Когда детки, когда земля. Это самое важное, вот как они там... Занятия. Когда они уходят еще вот так. Детки всегда показывают знания. Огурочки в помидоры насолила, повни бочки и насыпала в комары муряки и морквы горы. Одягли сиареньки, били снегові хвостинки. А сміються, ха-ха-ха, не лякає нас зима. Я тримаю ороці кольорові олівці, хочу я намалювати кримські гори та Карпати, степ та пагорби Дніпрові, та озера та Дніпрові. Я буду Леночка, стала я сраною, красою омила, ти смихала.
Рукавички, рукавички, кольорові смужки, не у мене і сестрички, щоб не мерзли ручки. Кожен пальчик добре знає, щоб не сонце чудо, то бабуся щиро знає про денчатка чудо. Вот послушайте. Давай танцуй! Возвращаю тебя! Давай танцуй! Возвращаю тебя! Этой песней занимался мой мальчик. Давай танцуй, что смущает тебя?